Эй, убрать. Разъебать или потом? Я тебя сейчас сам разъебу. Давай, ребенок. Попозже. Ребенок. Да мне похуй. Нельзя ругаться. Ребенок причем? Ну, я не ругаюсь с вами, знаешь, я просто, я поняла, что... Ну вот, сковород... давай я спизжу. Тихо. Что там у почему, тебя спиздили? Почему ты спиздила? Да не брала. Тебе ну, зачем шо? Фонарик? Фонарик на велосипеде был, зачем он вам? Ну, по сути, он нам не зачем. Нужен. Ну вот, и я говорю, зачем? А мне ваша сковородка не нужна, у меня свои Рай. Есть. Я могу свою дать вам. Так вот самое что интересное, блядь, у нас пропала сковородка, которая на плите стояла. Блядь, дай мне давайте ее поищем. Вы не брали его. Давай поищем. Так где его искать, блядь? Ну хуй. Где моя сковородка? Ладно, ну, я ее попала. Смысле, это не он какая? Ее попал. Вот же сковородка стоит. Вот это уебанка? Нет, это старая сковородка. Нет, а другая. Была? Это старая, блин. Не, вот та, антипригарная. Не, дитё, не трогай. Не пугай. Во. Это не наша сковородка, блядь. Валя, это наша сковорода. Чё бы дал на старости лет? Блядь, нет. Не наша. Так у вас красная тоже была? Нет! Вы что, не она помните, была серебристая была? Такая. Ну не серебристая, блядь. Черная с серым. Что-то подобное. Блядь, опять где-то у нее в тумбочках. Я ваша не трогаю. Зачем она мне? Я смотрю, у Юры фонарик пропал. Так, короче, мне поебать. Моей сковородки нету. Помимо телефона. Еще и телефон пропал. Телефон, сука, проебал, блядь, козел. Да. Реально. Я им вот попользовался. Я по скидке его брала за 17 косарей, блядь. А по скидке 50%, блядь, за 17 тысяч купила. Понимаешь, это обидненько. Блядь, ты, Саша... Так, все. Блин, извините, если что. Фонарик мы вас солнышко, не брали. Солнышко. Да, дитя, да, не блядь, пугай. Успокойся. Тихо. Дитя, не успокойся, трогай. Сука. Ты сама успокойся. Ты что, нас снимаешь, что ли? Да. Не надо лезть. Лезть не надо, лезть. Да, может, блядь, тубиком, блядь, заразим нахуй. Что такое болтаешь? Такой болтаешь. А потому что Стэтхэм так говорил. Говорит, я, говорит, еду, и там, говорит, два ДПСника. А я еду, говорит, грушу, дичку пью. И говорит, и вот эту хуйню, говорит, от скуки, говорит, отдираю, короче. Ну понял. Вот. И они видят, говорят, что я, говорит, с бутылками, говорит, еду. Они, говорит, на радостях решили меня приебать, Валиде. Короче. Валиде. Ну ты же знаешь, что такое с Тетком? Да. Вот. Ну и что, подожди. Валь. Да посмотри. Один, говорит, выпил с моей бутылки. Может, второй выпил с моей что бутылки. Что там нашел он? Посмотри. Что он нашел? Вон они сидят. Валь, вон они сидят. Иди сюда. Что за долбоёб? Где? Я ебу, блядь, плачу. Это он за голубей. Да.